Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня продолжение обзора игры Охотники на зомби, Зомби Кэтчер. Давненько я не играл в эту игру, такая тавтология, да? Я на 10 уровне, то есть задача 10 уровня, мне осталось увеличить время полета, все, что нужно сделать. Давненько я уже говорил, играл в эту игру, как бы вот... Что меня приятно удивило, так это то, что я вот сейчас на другом компьютере загрузил эту игру, заново установил, и как бы мне предложили мой прогресс вернуть, скажем так, тот, который был. И я вот с удовольствием это сделал, не нужно обратно доходить до того момента, на котором я запись, скажем так, остановил. Увеличить время полета. У меня денежка есть, вот 600 монеток, я это увеличиваю, пока у меня не было, как бы она заработалась. И 10 уровень пройден. Новый уровень. Улучшение для конфет вот этих вот. Ну, они не конфеты, там как-то по-другому, я не помню название. И плюс далее вот эта штука. Я забыл все название. Ну, валюта, в общем, как она называется. Даже не знаю, нет названия нигде. Какая-то слизь такая. Задача продать 20 конфет. Улучшить зомбовыжималку и улучшить веревку. А для того, чтобы улучшить зомбовыжималку, во-первых, нужно продать еще 20 штук, да? А у меня нет пока зомби. А улучшение будет стоить 2500 монет. Ага. Поэтому нужно заработать все-таки нам зомби. Вот они обнаружены в двух местах. А я тут так немного потренировался, поэтому более-менее уже так... С управлением все получается у меня. Надеюсь, сейчас я не сплохую. Задача 6 зомби уже вот уничтожить. Так, кидаю им приманку. Опа! Успел. Он, конечно, тоже меня успел кинуть, как бы молоток. Но я успел раньше нажать. Ой, вот эта летучая мышь, я помню, что с ней лучше не шутить. Лучше сразу ее вот так вот... прибить, соответственно, чтобы потом она не испортила мне всю малину. Опа! Вот так я их научился уже прибивать. Так, а мне, наверное, здесь лучше с этой стороны кидать приманку, потому что там уже вот финиш карты. Опа! Видели? Он меня как бы хотел кинуть молоток, но не попал. И вот я всех полностью удачно словил. У меня какое-то достижение новое. За него, по идее, должны какие-то плюшки дать. Вот еще один эту валюту дали. Наверное, я... Ну, пока... Закажу, чтоб зомби переплавлялись. Вот, два зеленых нужно, два желтых. 40 минут это будет делаться. Здесь могу я вот заказать... Ага, ничего не могу, не хватает зомби. Поэтому... Пойду следующих ловить. Так, цель опять 6. Так. Опа. С этим проблем никаких. А вот когда их уже ух ты, их там четверо уже. Ого. Это может быть проблемой. Опа, двоих. Нет, не двоих. Блин, быстрее, 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 быстрее. Ай-яй-яй, все, я проиграл. То, что я говорил, вот, блин, еще и здесь нужно было подготовиться лучше. Все, они все убежали. Вот так вот плохо я сыграл этот уровень. Нужно было подготовиться. Я думал, раз прошлый прошел хорошо, то значит это тоже у меня получится. Да, я был неправ. Так, ладно, кидаю приманку. Ох ты, какой он. Бронебойный. Но всего троих словил. Ну что ж так. Ну хотя бы выполнил цель. Возвращаемся в кафе. Как раз там хватит мне загрузить вот сюда одного. А сюда вот не хватит. Так, можно поиск ускорить за рекламу, да? Правда, ускорилось только... Ну, только один дрон, да, ускорился. Ну что ж, я сейчас буду более аккуратен, более продуман, скажем так. Давайте сделаем вот так. Вот он высовывается.
тут с этим... А, так, такое ощущение, что... Нет, это не эта же карта. Это не эта же карта. Тут не летает никто. Вроде как не летает. Ладно, значит, кидаю приманку. Опа! Ай, не успел я добить того, но я думаю, оно. Туду, все. Все в порядке. Так, а здесь уже вот у нас выход, поэтому нужно... Давай, забирай того, чего ты не забираешь? Ага. Вот так вот аккуратно. Опа! Опа, все. Тут вообще без проблем, еще двоих одним выстрелом прибил. Вот и хорошо. А, кстати, он начинающий ловец. Это что-то все-таки дает. Какие-то, наверное, там, может быть, бонусы за достижения, да? Нужно посмотреть. А вот мой ранг. Новичок. А что он дает? Я не знаю. А, ну, награду мне, наверное, дали уже, да? Вот, начинающий ловец 5 награда будет. А тут этих всяких там званий целая куча. А что там с нашим отжимом? А, вот этот вот Лимон Фингерейл. Непонятно, название какое-то. Уже готов, 20 штук у меня есть. Почему клиентов не отпускаешь? У меня же все есть. Вот. Все, пускай делается. Уже ж вон 20 порций сделано. А, вот, отпускает клиентов, да, все нормально, вон видите. Тух-тух-тух, вот продать эти леденцы, вот они же у меня были сделаны, леденцы. Вон, у меня еще 9 штук осталось, поэтому они вот отпускаются. Денежки капают, мне нужно 2500 для того, чтобы вот улучшить эту выжималку. Попробую еще раз рекламу посмотреть. А, я сомневаюсь, что это можно делать бесконечно, просмотр рекламы. А, но все равно, как бы, мелочь приятно. Если я помню, вначале можно было только вот... Раз там или два. И получается, вот поохотился и сидишь там потом полчаса, кугуешь, пока они найдутся опять. Ага. Так, а здесь нет у нас этих опять вот тех летучих мышей там или кого-то. Так, заряжаю. Ого, там они бронированные. Блин, надо было прыгать. Ого, они сейчас убегут все, блин. Да еще и промахнулся, надо же. Ай-яй-яй-яй, что, я только одного словил? Ну как это? Ну вот нужно просто прыгать было. Если бы они меня не оглушили, я думаю, все было бы хорошо. А почему ты не прыгаешь у меня, слушай? Как-то он у меня не прыгнул. Ладно, словил троих, это значит, что я награду получу или как? Зомби пойманы. Но вот один раз получается, все хорошо, а второй раз не получается. Что там с деньгами? Денег уже 1700. Кстати, еще вот... А, все накинулись на эту зеленую слизь, да? А, вот, можно загрузить такого, а желтых нет. Осталось вот 5 секунд до зеленой слизи. Я сейчас опять загружу. Чтоб делалась еще порция, вот. Супер. Так, а здесь они еще... Это нельзя никак ускорить. А, можно ускорить. Слушайте, а может я успею улучшить сначала, а потом уже буду, в общем, ускорять там и так далее. Если я улучшу, по идее, больше выход будет. Ладно, сейчас разберемся. А, так, готово. У нас зомби обнаружены. Вот у меня денег уже 2200. Пока я сейчас поохочусь на зомби, у меня как раз хватит монеток на... Улучшение той соковыжималки. Опа. Опа. Попались. Хорошо, молодцы. Так, 2 из 5. Этих нужно, наверное, мне здесь теперь. Ай-яй-яй. Я вот с этими полетами не сильно разобрался. Все, еще двоих я сцапал, это хорошо. И остался последний. Так, с какой стороны его лучше загонять? Даже не знаю, если честно. Так, ну-ка.
А, это желтенький, он... Ой-ой-ой, он прыгает просто. Хорошо, да, но он вообще никакой, это самый простой. Вот, я их словил. Вот когда подряд штуки 4 там идет, тогда сложно как бы вот. А когда вот они там по одному, по два, то в принципе нормально. Вот, 2435 у меня монет. О, уже 2510, пока я там занимался охотой. Давайте я улучшу. Общая прибыль будет уже не 400, а 800. Ну и хорошо. А выход такой же, только стоимость будет просто дороже проданной продукции. И время производства будет тоже больше. Не 40 минут, а уже 50. Так, ну вот теперь я с удовольствием могу ускорить этот процесс. Тоже за рекламу, да? А, хитренькие хотят, чтобы я ускорил за вот эту жижу, которая валюта типа, да? Ну так проще посмотреть рекламу 30 секунд. И вот наше это желе готово. Смотрите, все, погнало. Погнало сюда, вот на витрину. Спрос большой, как видите. Смотрите, все он прям наш накинулись, да? И вот сразу фью-фью-фью-фью-фью. Полетело. Пошло дело. Класс. Хм, супер. Вот нравятся мне игры, в которых можно за рекламу все делать. Раньше такого здесь не было. Так, улучшить веревку. Сколько это стоит? А, можно длину улучшить. Нужно 900, да? Но я думаю, скоро я это сделаю. Пока я, наверное, закажу еще раз вот эту жижу. Правда, уже 50 минут. А ускорить можно? Да, тоже можно. Супер. И пошло дело. Сразу вот видите, сколько заказов. Как раз сейчас 900 монет накоплю. Вот я тоже буквально записывал совсем вот недавно, даже, наверное, в этот же день, Epic Mine. И там тоже почти все можно за рекламу вот ускорять. Так это так классно, там вот удвоение, кажется, руды было, там уменьшение времени открытия сундука и т.д. и т.п. То есть люблю такие игры, которых вот можно ускорять, не ждать по полчаса, как не знаю кто. Из-за этого, в принципе, я и не записывал давно, потому что вот эти все времена очень напрягали. Вот, улучшил я длину веревки. И 11 уровень пройден. Новый продукт, новые зомби, ух ты. И, а, вот, название Плутония это оказывается, да. Ну, вообще, Плутоний зеленый, как бы, поэтому можно было догадаться. Ну, лучше, если не знаешь точно, не наговаривать, да. А, продать вот это новый товар, вот этот вот, улучшить мощность для ранца этого реактивного. А купить сколько? 1500. Зомбовыжималки. Гулкейк какой-то. Для начала мне нужно этих розовых словить-то, в принципе, да? Хоть сколько-то. А потом уже думать там, как что. А, ну что ж, как раз зомби найдены. Быстро, я вроде как еще не успел. О, стоп. Освободи зомби. А это что такое? А, вот. Расположение болота на вкус земляника, выросшая у шоссе. А сочность всего 2. Интересно, как вот эти желтые. То есть, типа, не такие они же крутые, да? Давайте посмотрим. Освободи зомби, это как? Я не пойму просто. А, вот я, получается, освободил. Плюс 2 желтых. Забрать. Прикольно. А ну-ка. Может, я смогу теперь загрузить. Ага, их все равно не хватит желтых. Ладно. Сейчас наловлю еще целую кучу. Так. Интересно, сейчас будут эти фиолетовые или нет? О, опять это вот, когда их 4 штуки. Что я не очень люблю. Ага, и там тоже 3. Ничего себе. Как бы мне так это все аккуратно провернуть? Ой-ой, не то сделал. Ай-яй. Блин, оказывается, он в другую сторону может тоже бежать, да? О, все. Все, все, хотя бы троих словил. И то хорошо, слушайте. Обидно, правда, что вот четвертый побежал в другую сторону. Так бы я его тоже словил. Так, заряжаю свою эту штуку. О, промахнулся. Акела промахнулся. Ну, правда, я сейчас тоже был Акелой.
Ну вот как бы все хорошо, да? О, с молотком этот. О, не ожидал, что я прыгну. Все, я научился прыгать, значит, я буду от них уворачиваться. 7 из 7, словил. Супер. Вот достижение, наверное, какое-то, да? Или нет? Так, денег нет, но вы держитесь, да? Что еще таких загрузить? Вот как раз они есть. Пускай Джим будет. И вот этих догружу, да? Так, ну там очередь стоит за вот этими вот, которые дорогие. А, так что не будем заставлять посетителей ждать, как бы вот им выдадим заказ. А, как раз может хватит денег на этот... Ну, на вот этот следующий соковыжималку, зомби-выжималку. Смотрим, вот 1500 там нужно было. Еще два. Вот и все. Так, давайте купим, А, она сразу строится. Да. А для этого нужно... А, пирожные? Я думал, их только дети покупают. А люди покупают все, что мы им подсовываем. Они как будто подсели. Так, получается, улучшить ее нельзя, да? А нужно вот два таких зомби. Хорошо, вот через 15 секунд там как раз поиск завершится. В крайнем случае еще потом за рекламу посмотрю разок. А, вот видите, здесь еще другие локации есть. Я этого всего раньше не видел. Не обращал внимания. Надеюсь, исправлюсь. Так, погнали. Так, ну что ж, нам 5 зомби. Хотел сказать, 5 человек нужно, да? Но это ж не люди. Это зомби. Опа. Он даже не... Видели? Троих одним этим. Он даже не успел кинуть. Ай. Да что ж такое? Вот так вот. А может там еще кто-то есть? О, здесь выход. Хорошо, что я не в эту сторону их погнал. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай. Да что ж такое? Да, стоп-стоп. Мне ж этот нужен срочно. Ого, какой быстрый, блин. Не догнал, вы видели? Вот так вот я в того ударился и не догнал. Самое главное, что мне нужно было, я не сделал. Обалдеть. Так все хорошо получалось до того момента, когда нужно было словить этого розового зомби. Ну ничего, у меня есть волшебная реклама. Я еще раз попробую. 6 из 6. Так. Опа. Ой, все-таки он кинул меня. Блин. Да что ж ты сделаешь, а? О, догнал. Хорошо, потому что меня эта змеюка только что оглушила. И там вот еще эта летучая мышь была. Еще б немного, и они бы сбежали. Еще одна летучая мышь. Ой. Какая неугомонная, слушайте. Это что ж такое? Есть, догнал я ее все-таки. А, бывает и такое, конечно. Ай. Все, никуда он от меня не денется. На этот раз. Бывает еще в клавишах путаюсь немного, но это как бы... Вот, все. Этот раз все почти идеально. 6 из 6. И идем готовить наше новое блюдо. Наши новые пирожные. Класс. Целая куча у меня ингредиентов. Так. А, так они еще недолго готовятся. 4 минуты. Можно тогда вот этих вот еще заказать, чтобы были деньги на улучшение, да? А, так, сюда мне... Тоже всех хватает. И сюда хватает. Хватает только одного зелененького, да? А давайте пока там вот это 4 минуты все действует, я пока денег подкоплю. Так, улучшить мощность. 1500 нужно. Ну и время полета тоже 1500, понятно. Вот они там пока кушают. Мы пойдем половим еще партию. Как раз сделаю запас себе зомби. Денег заработаю.
Так. Наверное, сразу я разберусь с этими летучими мышами. Опа, хорошо. Так, а вот здесь, вы видите, они вот прям рядом совсем. Ой-ой-ой, я забыл про них. Я отвлекся на эту... Ай, все-таки не догнал. Блин, одного только догнал этого. Но вот этого фиолетового нужно сразу ловить. Вы видите, что он творит. Ай! Вот опять. Я ошибся, видите? Получается... Погнался вот за теми. А этот, соответственно, убежал. Ну вот бывают такие огорчения. Я же один уровень нормально, второй как бы так, так себе. Но там по-любому еще не завершилось наше приготовление. Поэтому еще разок. А, может имеет смысл сразу, как бы, не знаю, кинуть им приманку. Ну так, чисто я попробую теоретически. Вот кинуть приманку и посмотреть. Какой там вылезет. А, вот он такой, да? Ай! Никуда он от меня не делся. О, там вот эти мелкие пакостные создания. Опа, получай. Так, а монетка не исчезнет, если я ее не возьму. Ай, все-таки попал. Как он попал? Не уйдешь, не уйдешь от меня, хорошо. Фух, еле-еле получилось, так. О! И ты не уйдешь. Вот, теперь все классно. То есть тактик, конечно, много, можно и так, и сяк, по третьему. Но вот главное, чтобы получалось все. Так, куча зомби у меня в наличии. И посмотрим-ка. Вот. Это блюдо уже готово. А, и уже продали даже. Вы видите, какие они шустрые, да? А, так, давайте в этот мощность ранца увеличим. Хотя я бы не сказал, что прям пользуюсь. Но пускай так. Увеличили, и хорошо. Теперь нужно еще 1500 на улучшение вот последней ранца. А, так, тут 200. Наверное, все-таки я вот этих ускорю. А, я, наверное, столько рекламы много ни в одной игре еще никогда в жизни не смотрел, как сегодня вот в Zombie Catcher. Но зато как бы оно дает результат, то есть... Вот видите, все получается, не нужно как бы делать паузы, там ждать. Все путем, скажем так. А я, кстати, могу еще раз ускорить это все дело. Вот как раз у меня же было... Были зомби в наличии. А, по-моему, это последняя реклама моя за сегодня. А, денежек хватит мне на улучшение ранца. А вы видите, какие они хитрые. Они только вот это вот... Только вот эти леденцы там или же на палочке кушают. А ничего другого, хоть оно вот есть, видите, в наличии не хотят. Или подождите. А, его, наверное, просто в наличии нет, то есть... Оно пустое, это показывает, сколько штук можно сделать. Все, вот время полета мы увеличиваем. Все, отлично. 12 уровень пройден. А доступно улучшение для этих кексиков, ну и плутония 2. А, зомби найдены. Ага, они найдены. Почему так быстро, даже не знаю. А, ну, мне они уже сейчас не нужны. Я на сегодня с вами прощаюсь. Прикольная игрушка. Хорошо, что я про нее вспомнил, и вы просили, напоминали мне об этом. А в следующий раз я займусь улучшением наших вот этих... Ой, не то сделал. Ладно, уже пускай загружу, что есть. А, улучшением займусь аппарата вот этих вот. Поулучшаю их немного, а потом уже буду выполнять наши задачи. Купить шляпу, улучшить зомбовыжималку. Сколько это стоит? 2000. Ну и улучшить мощность этого гарпуна, которым я пользуюсь, да? Денег много нужно будет, надеюсь, я их все заработаю. Так, а что за шляпа? Плюс 10 количеству монет при охоте на зомби. Классно. Можно, вот, кстати, купить еще там, да, разные вот эти вот. Ну,
любом случае это все будет уже немного позже. А если вам понравилась эта игра и наше видео, то поддерживайте его своими лайками. Не забудьте подписаться, нажать на колокольчик и не пропускайте следующую серию. Пока-пока!